Здравствуйте, Беслан. Здравствуйте. Сегодня мы с вами встретились в городе Владимире, где прошел уже ваш мастер-класс, и сейчас идут соревнования. Вы здесь как почетный гость, и мне очень приятно вас встретить, и такая возможность узнать некоторые ответы на некоторые интересующие, может быть, многих вопросы. На ваш взгляд, с какого возраста лучше всего начинать занятия дзюдо детям? Раньше, честно сказать, я всегда считал, что с 9 лет лучше всего начинать, чтобы ребенок особо не перегрузился и не надоело, да, так скажем, ему этот спорт. Но я считаю, что сейчас дзюдо сделал такой большой рывок в развитии во всем мире. И поэтому, может быть, в 9 лет это уже как-то чуть-чуть запоздал его за год-два, я думаю, что можно еще добавить туда и не добавить, а убавить, да, так скажем. С 7-6 лет уже, я думаю, что нормально. Но сейчас у нас появилась такая программа «Дошкольное дзюдо», да, это, я считаю, что правильная такая программа, так как дети, они особо там не нагружаются, да, они играются в основном, учатся, как кувырки делать, как страховку делать, как кимоно держать. И, в общем, у них мировоззрение расширяется от дзюдо. И поэтому у них понимание такое большое будущее, да, и я считаю, что такое правильное решение, то, что так эту программу создали. И уже после этих занятий, да, уже с 7, с 8 лет, там, конечно, не сильная такая нагрузка будет, да, но в любом случае чуть нагрузки увеличатся, ну, уже они к этим нагрузкам будут готовы. Поэтому сейчас такой основной возраст 7-8 лет, как бы, я считаю, что можно уже начинать потихонечку нагружать ребенка, да, не сильно, но уже нагрузки как-то давать. А вот дошкольное дзюдо, то, что до школы, это у них уже, можно сказать, подготовка к таким нагрузкам для достижения определенных результатов. Какие особенности по сравнению с другими видами единоборств вы могли бы выделить в дзюдо как положительные? Здесь такой вопрос, лишь бы там не обидеть никого. Я думаю, что любой спортсмен, который занимается определенным видом спорта, он считает, что он самый лучший. Да? Но я, например, выделю положительные качества, не то, что не скажу, что у них это плохо, у нас это хорошо. Выделю качество дзюдо, где у нас дисциплина на первом месте, не то, что там, не говоря уже вне татами, да, как они себя ведут, это однозначно тренеры и родители учат, как правильно себя вести на улице или в зале, и на татами у нас не разрешают себя как-то дурно себя вести по отношению к судьям, к сопернику, и также любой дзюдоист знает, что нужно быть чистоплотным, что туда в обуви не впускают, туда только в залах, только в тапочках, тапочки снимаешь и на татами. Я вот эти два момента хотел бы выделить из нашего вида спорта, то, что уже это как бы не внушает, как бы, да, и уже прививает к детям, что вот это можно, вот это нельзя. Кто из ваших соперников на соревнованиях является вашим другом, с кем вы поддерживаете связь? Ну, я считаю, что все мои соперники, они мои друзья, у меня никогда ни с кем не было никаких конфликтов. Да. Ну, я не скажу, сейчас не говорим о наших, да, спортсменах российских, вот так как мы со всеми российскими спортсменами, даже кто со мной там в моем весе со мной соперничал, мы со всеми поддерживаем связь, да, но на международном уровне с кем боролся, как, ну, не постоянно, как бы, да, не близко общаемся, да, но постоянно вот с тем же Владосом Сметовым, да, мы постоянно как бы переписываемся, созваниваемся и так далее, и всем поддерживаем связь. Ваш самый неудобный, сложный соперник на соревнованиях среди российских и среди мировых спортсменов?
не могу сказать, что кто-то мне был удобен, кто-то неудобен. У меня не было никогда неудобных соперников, так как я всегда боролся и влево, и вправо. И поэтому я мог с левшой бороться, да, и с правшой. Да, у меня были там ошибки в схватках, да, и да, я проигрывал там схватки, да, какие-то. Я же не все как бы выиграл, да, где я боролся, но все равно не скажу, что у меня кто-то был неудобным соперником. Не знаю. У меня никогда такого не было, что этот соперник мне неудобен. Я сейчас не могу назвать. Были, да, вот, например, Афанес Нафтян. Он высокий, для 60 килограмм на голову выше меня был. Да, он для многих был неудобный. Но для меня он был удобный. Не знаю почему. Вы часто участвуете в показательных уроках, мастер-классах, а также являетесь почетным гостем многих мероприятий по дзюдо. Насколько важным вы считаете такое свое участие и какие цели преследуете? Ну, это тот же мастер-класс, да, который мы сегодня провели. Я считаю, что спортсмен, который выступал, боролся на таком высоком уровне, да, которого все знают, у которого есть такой большой опыт, он не должен после завершения своей карьеры, да, сидеть дома или где-то там на работе и не показывать все, что он умеет. Если мы не будем сейчас показывать подрастающему поколению то, что мы умеем, и не передавать наш опыт развития дзюдо, именно дзюдо, да, у нас в России, как бы, можно сказать, замедлится, я так думаю. Потому что мы как бы что сейчас нам что-то показывали, и мы оттуда уже добавляли, что-то придумывали, и вот так развитие идет. Сейчас мы младшему поколению покажем, и они от себя добавят, и уже вот такое развитие. И я считаю, что нужно нам помогать, чтобы развитие дзюдо у нас в России было побольше. Кого из спортсменов до вашей эпохи, до того, как вы стали уже профессиональным спортсменом, во время вашей спортивной профессиональной деятельности и сегодня вы могли бы выделить и назвать, ну, таким словом, как гений дзюдо? До моей спортивной карьеры, да, профессиональной, как я в дзюдо, так скажем, перешел, я перешел в дзюдо в 2008 году только. Для меня самым таким зрелищным дзюдоистом был кореец, чемпион мира, олимпийский чемпион, 73 килограмма, Ли Вон Хи. Для меня, не знаю, были, конечно, спортсмены, которые больше него выиграли, да, но по мне он самый зрелищный и красочный борец, потому что у него броски были очень такими эффектными. И переднюю подножку он очень сильно делал. А передняя подножка для профессионального спортсмена, каждый профессиональный спортсмен понимает, что это нелегкий бросок. Поэтому он очень красиво это выполнял. И для меня номер один это он. А моего поколения, да, я не знаю, не хочу никого обидеть. Конечно, сейчас выделяется Оно, да, Шохей Оно, он все выигрывает. Практически он нигде не проигрывает, двукратный олимпийский чемпион. И он, по-моему, 3 раза мир выиграл, если не ошибаюсь. Он, конечно, сейчас выделяется очень сильно. И, конечно, нельзя не выделить Тедди Римера, да, который двукратный олимпийский чемпион, двукратный бронзовый призер, 10-кратный чемпион мира. Он на самом деле, он реально, он гений дзюдо. Может быть, кто-то там показывает борьбу техничнее него там или еще что-то, хотя он для тигра, он очень техничный и физически очень сильный, данные, конечно, ему Всевышний дал, и он пользуется, и он не просто так, я сам видел, как он тренируется, и он не просто так выигрывает, он на самом деле, он пашет, несмотря на все свои регалии, которые у него есть, он один раз здесь еще Олимпиаду, не знаю, если он вдруг выиграет, его тяжело будет догнать. 10 раз мир выиграть, это я не знаю, что нужно сделать. Поэтому не знаю. Хотя Тамерлан Башаев, мы видели, что он выиграл его на Олимпиаде. Да. Может быть, я не знаю, я не могу загадывать. Может, он не выиграет Олимпиаду, да, может и не выиграет. Может быть, Тамерлан Башаев это следующий гений дзюдо.
все может быть. На самом деле он очень талантливый и интеллектуальный, можно сказать, борец. Он ни одно движение просто так не делает. Он все движения, которые он делает, все, что он делает на поле, он не то, что там случайно получается. Да, у него это специально делает, у него это все наработано. Поэтому он очень, конечно, сильный спортсмен. И у нас еще есть и Инал Тасоев, да, всегда не менее, так скажем, уникум, как Титаник, да, большая. Они оба очень сильные. И, конечно, это хорошо для нашего российского сборного, то, что у нас два человека таких очень сильных есть. Поэтому будем надеяться, что Риннер не выиграет следующую Олимпиаду, а мы заберем золото. После завершения спортивной карьеры многие дзюдоисты вешают свое кимоно на гвоздь. Скажите, вы используете дзюдо как метод физической культуры с точки зрения поддержания хорошей физической формы, рекреации, восстановительных процессов? Конечно, я сейчас в данный момент не так тренируюсь, как раньше. Да? Я раньше стабильно два раза в день приходил на тренировки. Это моя работа была. Но так как я уже завершил карьеру, у меня уже не получается каждый день два раза в день тренироваться. Да? Но я стараюсь на ковер выходить раза два-три в неделю. Ну и ОФП, конечно, я постоянно делаю. Ну, я стараюсь каждый день что-то делать. Или ковер, или там на ОФП прихожу. Поэтому в данный момент дзюдо для меня как физкультура, да, для поддержания тонуса. У меня как бы уловки начинаются, если я уже ничего не делаю. Изучали ли вы другие виды единоборств, кроме дзюдо и самбо, для улучшения качества своей подготовки, борьбы? Ну, не скажу, что я ходил на другой вид спорта, да, но я всегда следил за вольной борьбой, за греко-римской борьбой. Это как тоже борьба. И поэтому раньше, когда в ноги можно было проходить, можно было и у вольников что-то подсмотреть, да, их технику, так как это их техника, а дзюдо это не знаю, да, но я думаю, что в любом случае это можно было сделать и в дзюдо, так как можно за ноги схватить. Поэтому я всегда смотрел, и если какое-то движение мне нравилось, да, из вольной борьбы, то я всегда старался это сделать. Спартали у них там перебиты. На спине есть интересные моменты, поэтому не скажу, что я ходил тренироваться к вольникам, да, но я всегда смотрел, у меня очень много друзей вольников, да, я у них бывало, что я у них спрашиваю, как это просто лучше делать. Кроме дзюдо, вы в свое время активно принимали участие в соревнованиях по самбо. На ваш взгляд, какие шансы есть у самбо для включения в программу Олимпийских игр? Ну, сейчас самбо признали уже олимпийским видом спорта. Да, пока не знаю, когда включат. Ну, я считаю, что большие перспективы есть. Сейчас сильное развитие пошло по всему миру. Да? И международная федерация самбо, она работает. И там, если я не ошибаюсь, 100 с чем-то стран, чтобы не ошибиться, я не могу сказать точное число, но я знаю, что за 100 стран официально уже тренируются. И мы надеемся, что к скорому времени уже пустят, скажем так. Ну, мы должны тоже понимать, что там тоже своя большая политика, так как это российский вид спорта, и я думаю, что чисто из этого особо уже до этого момента не признавали олимпийским видом спорта. Но самбо занимается больше федераций, чем некоторые олимпийские виды спорта. Но мы надеемся, если не в 24-м году, то в 28-м году включим. Дзюдо для большей части людей является олимпийским видом спорта. Борьбой. В меньшей степени дзюдо рассматривают как боевое искусство с прикладным значением. Не очень известно дзюдо как театрально-постановочное искусство, но разве что по фильму «Гений дзюдо», когда было непосредственно в фильме снято о дзюдо. Как вы думаете, дзюдо, а точнее упражнения, приемы
из арсенала дзюдо можно ли рассматривать как упражнение для здоровья сбережения, для поддержания здоровья, сохранения здоровья, восстановления? Конечно, если не обязательно заниматься как бы профессионально, да, я думаю, что люди в возрасте, образно говоря, за 30 лет, которые никогда не занимались дзюдо, они хотят как бы, да, заниматься, им нравится этот вид спорта. Может быть такое, что они никогда не видели дзюдо и олимпиаду где-то там посмотрели, и понравилось, и они хотят для себя заниматься, и это то же самое. Та же самая физкультура, да, для себя, почему бы не? Я думаю, что для себя, если заниматься там, во вред точно не будет. Там развития такого большого может и не будет, да, что там ты зарастешь мышечную массу, у тебя техника там суперская появится, да, но в любом случае у тебя здоровье однозначно прибавится, и я рекомендую даже заниматься дзюдо. Многие ваши коллеги по сборной России, завершив карьеру спортсмена, стали тренерами сборной Российской Федерации. Вы не планируете пойти по их стопам? Получали ли вы приглашение стать тренером сборной Российской Федерации или какого-нибудь клуба дзюдо? Да, конечно, мне говорили, чтобы я тренировал, да, по дзюдо, тренинг, как и все пошел. Меня приглашали, но я отказался, я не захотел. По таким причинам есть, почему я не пошел. Да, более там есть такие титулованные спортсмены, тренеры, которые хорошо готовят нашу сборную. Я думаю, что они как бы особо ничего не потеряли за то, что я не пошел. Но, конечно, федерация, огромное спасибо за приглашение. Я считаю, что я боюсь поблагодарить, но я отказался и чуть в другое направление. Зачем вам это все было надо? Я имею в виду дзюдо, самбо, вот эти тренировки упорные, участие в соревнованиях и в конечном итоге олимпийское золото. Ну, когда я пошел, я вообще об этом не думал, да, когда я тренировался, но я всегда на улице боролся, да, как и все мальчишки, которые там любят побороться, подраться, да, у нас там с соседями. Это нормальное явление раньше было. Сейчас этого уже нету, к сожалению, наверное, потому что все здоровее были. Сейчас из этих телефонов дети не выходят, к сожалению. До 7 класса я вообще ничем не занимался, только вот уличные вот эти драки, уличная борьба. И когда самбо открыли у нас в школе, я вообще думал, что это какие-то боевые искусства, что там надо драться. Я даже не знал, куда я иду, я просто записался на самбо. И потом потихонечку узнал, что это борьба. И уже когда начал заниматься, тренер, когда нам говорил, что те же самбо и чемпионы мира, они такие же, как и вы, и они не лучше, вы не хуже них, это то же самое. Просто они тренировались и хотели стать чемпионами мира. Вы тоже можете стать чемпионом мира. И в тот момент, когда он нам говорил, я по-настоящему верил. И уже я в тот момент я четко понимал, что я хочу стать чемпионом. Ваши впечатления от прошедшего мероприятия в клубе дзюдо 88, которое только сегодня вы провели? Да, я мастер-класс провел. Конечно, все дети были рады. Я не ожидал, что в таком возрасте, да, они меня знают. Что такое, ну, понятно, там, олимпийский чемпион, да, но когда олимпийский чемпионом стал, тут есть дети, которые только родились, и поэтому меня впечатлило то, что они все хотят тренироваться, им интересно, они как бы спрашивали, это правильно, или как это лучше сделать, меня это очень сильно впечатлило, и хочу поблагодарить Василия Васильевича Смолина, старшего, младшего, за эту организацию сегодняшнего мероприятия, да, за приглашение, то, что они меня сюда пригласили, со своим опытом. И тоже хочу поблагодарить их за
первый чемпионат России, когда они меня поддержали в финале, когда после схватка закончилась, гонка уже все, время закончилось, я выигрываю схватку, и две судьи мне хотели шида дать сравнить схватку, чтобы дополнительное время, мы уже скоро отборолись, но Василий Васильевич был главным судьей, старший. Арбитром был младший Василий Васильевич. И они как бы собрали и сказали, что там шида не было, и меня как бы поддержали. И, можно сказать, справедливость восторжествовала, и благодаря им я тогда, я один раз только Россию выиграл, и благодаря им я чемпионом России тогда стал. То есть можно сказать так, что приехав сегодня во Владимир, вы ответный им сделали жест такой. Ну, не знаю, даже я об этом не думал, но первый раз я такой на таком выездном мастер-классе, наверное, это не случайно, да, и сразу я во Владимир приехал. Ну, это добрая память, это у меня в памяти осталось, и Василий Васильевич, наверное, тоже. На ваш взгляд, каким основным знанием необходимо обладать человеку? Я считаю, что человек должен понимать, знать, как нужно относиться к человеку не с плохой стороны, а с хорошей стороны, как помочь человеку. Я думаю, что положительные отношения друг к другу, они вот обязательно должны знать. А не так, чтобы сейчас такой момент, где бы кого-то опередить, где бы кого-то обмануть. К сожалению, это везде. Я раньше такого не было. Сейчас я замечаю, что уважение, как бы уровень уважения уже опустился, чем раньше. Раньше тяжелее, жизнь тяжелее была, таких машин не было. Грубо говоря, там стиральных машин не было, там посудомоек не было, ничего такого не было. Сейчас все на автомате, да, особо никто ничего не легче, сейчас жизнь стала, но уважение, к сожалению, пропало, не знаю, почему так. Хотел бы сказать, чтобы они побольше уважали. И напоследок, ваши пожелания дзюдоистам всего мира. Ну, в первую очередь, крепкого здоровья. Ставить себе самые высокие цели. Конечно, в дзюдо не всегда получается, и практически нету человека, который не проигрывает. И это нормальное явление, проигрыш, это тоже считается опытом. Поэтому, несмотря ни на какие поражения, ни на какие трудности, они достигали своих поставленных целей в дзюдо. И я думаю, что если они в спорте научатся ставить себе цели, да, и точно так же после спорта в жизни, у них это останется, и они будут ставить себе цели и будут достигать своих целей, несмотря ни на какие трудности. Спасибо большое, Беслан. Вам всего наилучшего.